Дорогие друзья, 2020 год для нашего музея очень важный. Это год юбилея нашего основателя Алексея Александровича Бахрушина. В этом году ему исполнилось бы 155 лет. Мы планировали широко отметить этот праздник, но, к сожалению, пандемия, которая обрушилась на мир, все наши планы поменяла, отодвинула, и выставка, которую мы хотели посвятить Алексею Александровичу, откроется только в сентябре месяце. Все театры, которые не работали в этот период, так же, как и мы, мужественно переживали вынужденную изоляцию. Но для нас и для истории нашей культуры очень важно сохранить артефакты этого периода. В этот период вынужденной изоляции все театры и музеи, тем не менее, продолжали работать. Пусть в новых, необычных условиях, но жизнь продолжалась. И мы очень бы хотели сохранить артефакты этого периода для нашей истории, для истории российского театра. И мы обращаемся к театрам принять участие в акции «В дар Бахрушину» и передать в нашу государственную коллекцию материалы, связанные с этим периодом вынужденного простоя. Я надеюсь, что эти артефакты будущим поколениям дадут некоторое, а может быть и сильное, мощное впечатление о том, как театры жили в 2020 году. Эту акцию, которую придумал музей Бахрушина, начинает один из главных театров нашей страны – Большой театр.